Ну, сборы ягоды сборами, но надо еще и высаживаться. Нам приехала Фрида. Вот так она выглядит. Это у нас Франческа. Это у нас сорт Элоди. Ну-ка, Сереж, помоги мне. Вот такие вот фриго-саженцы приехали. Элоди, посмотрим. Очень заинтересовал нас этот сорт. И заказали мини-трей Брина. Это новый ремонтантный сорт. Смотрите, какие мини-треи. Вот такая корневая. Тут 200 грамм вот такого корня. Вот, ну, мощняк. Цена, конечно. Но ничего. Вот мы заказали Брину. Будем проверять. Она должна сразу дать ягодку показать. Вот она. Вот такая Брина нам пришла. 126 штучек вот в этом ящике. Все будем проверять, все будем вам показывать. Александра, Джусси. В общем, мы набрали очень много новинок. Половину уже высадили. Сейчас высаживаем. Александре вот остался один мешок. А куда мы ее высаживаем? Вот здесь у нас, вот этот участок у нас будет под Александру. Вот это и вот это. Здесь мы сажаем просто на ровную землю. Здесь мы хотим высадить на кокосовые маты. Мы на них выращивали. Растение получается изумительное, просто изумительное. Меньше корневых гнилей. Развитие куста гораздо мощнее. Меньше прополки, потому что удобнее, гораздо удобнее. Здесь в кокосовых матах, ну, по чуть-чуть, буквально по чуть-чуть травочки растет. Но здесь же постоянно, постоянно, постоянно проходим полем, полем, полем. Вот, дальше здесь еще будет лучше удерживаться влага в районе корней. И дышат, корни здесь дышат. Внизу они прорезаны, то есть корни могут уходить и в землю. Это не малообъемка. Здесь только у основания, скажем так, кустика будет кокосовый субстрат. А остальное корень будет идти в землю. Много раз здесь было перемотоблочено. Кое-где здесь даже вот перлит попадал. Здесь земля у нас исключительно только будет под маточник. Это именно место у нас будет отведено только под Александру. Сорт очень достойный, поэтому мы хотим его посадить как можно больше. На первом участке мы высадили большой участок с сортом Надя. Я сейчас прикреплю список, какие сорта мы вообще высаживаем на рассаду, скажем так, на осень. Но продавать ее начнем с августа месяца. Вот. Здесь ягоду мы уже брать, конечно, не будем. Это все специально высажено только под будущую рассаду. И себе с нее будем высаживать на ягоду. И будем реализовывать, естественно. Но большая часть маточника у нас будет высаживаться здесь. Половина уже, конечно, высажена. Вот. Здесь Джусси, Клоди будет у нас. Ремонтантные сорта у нас будут. То есть все здесь. Этот участок земли у нас также отдан под маточник. Здесь мы высадили Априку, Александру и Сандру. В две строчки между, так скажем, рядами у нас 1,10 м расстояние. Капля десятка раскинута, ну как и везде. Просто на ровной, чистой земле, без всяких бугров, потому как это маточник. Ну и это поле у нас будет засаживаться ремами. Вот эту часть уже засадили. Здесь у нас старая гвардия. Здесь у нас высажена мурана, кабрила и вивара. Вот она. Отсюда будем брать рассаду на оптовые заказы. Это охрана местная. Вот она, местная охрана. Вот этот участок.